Нынешняя зима оказалась для учеников и учителей седьмой школы серьезным испытанием. Когда температура на улице опускалась ниже 30 градусов, на уроках даже разрешалось сидеть в верхней одежде, так как в кабинетах было прохладно. В двух классах на первом этаже температура была даже не выше 15 градусов. Эта проблема наблюдалась у нас уже давно. В кабинетах, в коридорах был нарушен температурный режим. Мы своими силами пытались сделать все возможное, но, к сожалению, должного результата не наблюдалось. Здание основного блока школы номер 7 было построено в 1972 году. За это время, естественно, здание обветшало. Капитального ремонта теплосетей не было. Проблему решили на зимних каникулах. Чтобы заменить проблемный участок системы отопления, администрация выделила 33 тысячи рублей. Поменено около 40 метров металлических труб на армированные полипропиленовые трубы, которые выдерживают больше давления в системе. Установлен дополнительно вентиля на радиаторы, а также циркуляционный насос для возобновления циркуляции жидкости в системе. После замены проблемного участка температура в кабинетах начала подниматься. На сегодняшний день в обоих кабинетах термометры показывают около 20 градусов тепла, но еще нужно провести регулировку системы, чтобы температура в кабинетах была одинаковой. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».